Всем привет! В последнее время очень активно встает вопрос об использовании классических проводных наушников с некоторыми смартфонами. Такие компании, как Apple, Leek и некоторые другие, пытаются приучить нас к тому, что классические наушники — это вчерашний день, они никому не нужны, и говорят, используйте Bluetooth-наушники, за беспроводными технологиями будущее. При этом кладут в комплект наушники с Lightning или с USB-C. Некоторые продают их отдельно. Иногда в комплект еще кладут переходничок с разъема телефона на мини-джек, но тем не менее это тоже не всегда удобно и не всегда практично. Получается, единственным выходом остается покупать Bluetooth-наушники? А вот и нет. Есть еще одно промежуточное звено. Для беспроводного воспроизведения музыки можно использовать или Bluetooth-наушники, или Bluetooth-гарнитуры, которые тоже купить не проблема, и они представлены на рынке. В первом случае мы получим или большие накладные наушники, которые не все любят, или вставные наушники, но которые тоже значительно увеличатся в размерах. Во втором случае это будет отдельный блок, к которому будут в комплекте идти наушники. Эти наушники тоже включены в стоимость, и за них мы будем переплачивать. А так как у большинства из нас есть наушники, которые мы все любим, зачем нам за них переплачивать? На днях нам попалось альтернативное устройство от компании Harper, которое позволит воспроизводить музыку через наушники, к которым мы привыкли. Его плюсы в том, что оно обладает как минимум теми же функциями, но при этом не требует переплачивать за наушники в комплекте. Многие говорят, что звук через Bluetooth не тот, но разве можно говорить о запредельном качестве звука, если в основной своей массе мы слушаем музыку с потоковых сервисов? Да и просто, даже если говорить о переходниках, которые идут в комплекте, то они тоже не сильно прибавляют в качестве звука. Получается, что если нет возможности подключить наушники к смартфону напрямую, то Bluetooth действительно является неплохим решением. Называть это устройство гарнитурой не совсем корректно, скорее это Bluetooth-адаптер. Собственно, так производитель его и позиционирует. Для того, чтобы превратить любые наушники в Bluetooth-гарнитуру, здесь есть Bluetooth-версия 4.1. Также здесь есть все для того, чтобы ей пользоваться. Здесь есть микрофон, чтобы разговаривать по телефону, многофункциональные клавиши, которые позволят управлять этим устройством, ну и, собственно, сам мини-джек, в который можно подключить любые наушники с разъемом мини-джек 3,5 мм. Как и в большинстве Bluetooth-устройств, сопряжение производится путем нажатия кнопки включения и удержания ее. После того, как все подключено, как в меню выбрано устройство и подключено к телефону, она будет выполнять функцию при остановке воспроизведения музыки вот таким вот образом, или сброс-ответ-вызов. Также есть две кнопки, которые отвечают за громкость, плюс и минус, но они регулируют не только громкость, которая реально регулируется, но и при их помощи можно включать следующий и предыдущий трек, для этого их надо просто подержать. И трек переключается на следующий, еще раз следующий, или можно подержать минус и будет предыдущий трек. На мой взгляд, это достаточно удобно, то, что не нужно отдельные кнопки, то, что кнопки плюс и минус громкости регулируют музыку. Возможно, у меня это пошло еще со времен телефона Sony Ericsson W800, в котором на корпусе были кнопки плюс и минус громкости. Тогда не было гарнитур, не было переключателей на пультах и прочего. И просто можно было через карман нажать ее, подержать, и трек переключался. Это было тогда очень удобно, и мне это нравилось. На мой взгляд, эта функция гораздо удобнее, нежели на обычных стандартных гарнитурах и наушниках, когда для воспроизведения музыки используется также одна кнопка, которую мы просто нажимаем, воспроизводим музыку, а вот для переключения надо нажать ее 2 раза для переключения вперед и 3 раза для переключения назад. Пользователи наушников Apple это знают. Исходя из описанного, можно сделать вывод, что адаптер действительно позволит взять все функции управления телефоном на себя, а доставать его потребуется только для того, чтобы посерфить, почитать ленту, поиграть в игры и так далее. С совместимостью, как вы понимаете, проблем нет никаких. К адаптеру можно подключить любые наушники с 3,5-мм мини-джек и любой современный смартфон, ноутбук, игровую консоль, плеер и так далее. Из прочего можно отметить приятный металлический корпус с прищепкой для крепления к одежде и весом всего 18 грамм. Экрана нет, но благодаря этому устройство и смогло сохранить минимальный размер и вес, а также автономность на уровне 5 часов в режиме прослушивания музыки. Когда аккумулятор будет садиться, все тот же женский голос, который приветствует при включении и прощается при выключении, уведомит о низком уровне заряда. Зарядка устройства занимает не более часа, а производится через тот же разъем, в который подключаются наушники. Для этого в комплекте идет специальный провод с мини-джек на USB. Просто вставляется сюда провод, подключается к зарядке и зарядка идет. Минусом подобной схемы будет то, что невозможно одновременно слушать музыку и заряжать устройство. Но поскольку зарядка идет меньше часа, то может быть это не так критично. В конце обзора можно спросить, почему я так мало плохого сказал про Harper HB603. Я отвечу, а зачем говорить что-то плохое специально? Это, в общем-то, неплохое устройство, на которое не возложено большого количества задач, а те, которые на него возложены, с ними оно справляется нормально. Музыка работает, вызовы работают, кнопки нажимаются, качество звука достаточно неплохое для подобного устройства. В общем, все неплохо, а учитывая цену, которая составляет чуть больше 1500 рублей, оно еще больше заслуживает внимания. Единственный минус, купить его можно пока, ну, по крайней мере, пока только в магазинах MVideo. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие наши каналы. И до новых встреч. С вами был Артём. Пока.